Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сейчас показать, как прекрасно цветет дикий кот. Это молодой цветочек распустился. Посмотрите, какой он красивый. Замечательный сейчас. В полном рассвете уже своем. Вот я включила фонарик. Какое у него сочетание цветов. Он старый цветонос засушил. А выпустил молодой цветоносик, он маленький, коротенький. На нем три цветочка. И со старого в серединке начал пускать тоже свой цветоносик. Ну, распускать почки спящие. И очень красивый этот дикий кот. Такой цвет имеет. Обалденный. Чернильный. Он такой цветон, ну, умничка. Только начинает отцветать старые цветочки, вот видите, почка уже набухает, уже новая набирается. У него все хорошо, все замечательно. А сегодня я сижу, разбираюсь со своими реанимашками, забыла, кого как зовут, сейчас будем вспоминать. Это реанимашечка, которая с одного листика, она была вялая, конечно, она не выжила, я вам показываю результат. Прошло 2 недели, она не выжила. Мы ее выбрасываем. Это реанимашечка, которая полосатые листочки. Смотрите, сколько корней она нарастила. Очень хорошие корешочки. Я ними довольна. Листик механическое повреждение. Так все хорошо. Сейчас еще некоторые реанимашки посмотрим. Это азиатская орхидейка, которую я пыталась вывести, ну, из мха. И видите, старые корешочки она начала засушивать, как бы у нее другая система, но она начала выпускать новую корневую систему, и на некоторых старых раскукливаются корни. Значит, она адаптировалась к моей микрофлоре и вот выпустила новый листочек. Значит, у нее будет все хорошо. Это бабочка орхидейка. Дальше желтенькая орхидейка, которая была без корней. Это ампельное растение, обалденная орхидейка с запахом пахучка. Видите, сколько корней она нарастила. Также она стоит в препарате HB101 и ждет в своей очереди на посадку. Вот орхидеечка выпустила 2 новых листика, а здесь 2 засушила и 1 остался старый листочек. Шейка черная, придется ее срезать, но дождусь, пока будет нужное количество корней. Пока корней маловато, ничего с ней не буду. Но корни, раскуклившись, тоже стоит на конце стаканчика немножечко препарата. На пальчик, буквально чуть-чуть. А вот эта орхидейка уже кандидат на подсадку. Посмотрите, какие у нее листики, с листиками ничего. Вот молодой лист, какой большой отрос. И посмотрите, сколько корней новых она пустила. Вот сквозь листья пробились корешочки. Видите, как и у нее все хорошо раскуклились. То есть этот листик можно спокойно снять, но я пока снимать не буду, так как он не до конца еще пожелтел. Она еще питается немного этим листочком. Здесь другая система немножко. Я на дно горшка поместила керамзит и уголь здесь есть и немножко коры. Вообще немножко, чтобы только влажное было. Горшочек двойной, фитиль есть и внизу все влажное и у орхидейки все хорошо. Видите, как она прекрасно себя чувствует. Ни грамма, нигде ничего у нее не почернело. Даже корни свои выжили некоторые. Теперь про эту орхидейку. Эта орхидейка называется Армион. Это она чернильная с белой серединкой. Я вам ставлю видео. У нее корни все пропали полностью. Один остался, видите? И один сухой. Я решила этот сухой не снимать. И видите, пустила новый корешочек. За счет старого корня она препаратом питалась и пустила новый корешочек, пустила новый листочек. А этот листочек, я думала, на нем отек или что это такое. Видите, как-то он поменял свой цвет. Ну, наверное, поливали его неправильно.
в магазине. Он был вот такой маленький, когда я принесла домой. А потом он начал отрастать, и вот эти пятна появились. Я испугалась, думала, отек придется срезать. Но не срезала и правильно сделала. Видите, он пустил еще один молодой листик. И считаю, что орхидейка пошла в рост, у нее все хорошо. Будем наращивать нужное количество корешков. И затем высаживать. Ничего с ней делать не нужно. Вот черный стволик, ну и пусть. Я буду наблюдать за этим. Пока ничего не делаю, ничем не обрабатываю, ничего. У нее пока все хорошо. Также она стоит у меня в двойном горшочке. Камушком подперла, чтобы она не сильно шейка касалась влажного субстрата. Там мох у меня. И вот это у меня и всякие камушки, и двойной горшочек, и мох влажный, и один корешок полностью касается воды. А этот верхний корешок пустился уже вне воды, в воздухе. Я ее поставила на реанимацию 18 апреля, а сегодня у нас 4 июня. Это практически 2 месяца, вот после, ну, 1,5 месяца. После 2 месяцев вот пускает результат. Меня спрашивали, сколько времени проходит до того, как начинают спускать корни. Вот в таком состоянии была орхидейка. 1,5-2 месяца начинает расти корешок. Препарат этот хороший, замечательный, я ним постоянно пользуюсь. Люди даже мне пишут, чего вы все время про этот препарат говорите, почему? Да потому что он хороший. Помогает. Зачем мне другой рекламировать? Ну, я, правда, не рекламирую, я просто рассказываю. Но он мне нравится. Хороший препарат. Другой, будем пробовать другой. Но пока мне помогает этот препарат, и я стараюсь ним пользоваться. Кому нравится, тоже попробуйте. Видите, результаты я вам все показываю, ничего не скрываю. Вот чернота, все, ничего не вырезаю, не скрываю. Если бы эта чернота пошла на стволик, я бы, конечно, обрабатывала. А так как она на корневой шейке осталась чернота, а выше, видите, живое место, то нет смысла ни Максимом, ничем обрабатывать. Эта чернота сюда ни грамма не затронула живую ткань. И поэтому я ничем не обрабатываю, вам показываю, как есть. Вот эта вот чернота не играет роли. Главное, что корешок живой. И доставляет влагу самому растению. Итак, у меня по-прежнему осталось 5 реанимашек, которые готовятся к посадке. Но пока я спешить не буду. Это, конечно, не реанимашка, это адаптация растения к моему климату. А эти реанимашечки будем за ними наблюдать. А в этот горшочек я была посадила, тоже купила растение как реанимашка. Там пару корней было, но это далматинец. Цветонос я не удаляла, но он ничего не пускает, просто держится. Но он пускает молодой листочек, у него все хорошо, этого далматинца, все замечательно. Я считаю, что его пока трогать не надо, не обрезать ничего, пускай себе живет. А на следующем видео я вам расскажу про эти горшки. Почему их называют горшки-убийцы? Ну, кому убийцы, кому не убийцы, в следующем видео все разберем. Почему в них удобно сажать и в какой степени, ну, не стоит их сажать, эти растения, в двойные горшочки. Но с фитилем растения, вот мои растения в данном случае очень прекрасно себя чувствуют. И даже хорошо пускают корешки. А эта орхидеечка, которую я выиграла в прошлый раз. Очень красивая орхидеечка. Замечательно, корешочки вон начали расти. Я ее полила, она очень сильно набралась мха. И я ее тоже буду переводить на другую систему. Мне не нравится очень много мха и такое тяжелое. Я боюсь, чтобы там шейка не начала гнить. Пока она хорошо себя прекрасно чувствует, надо убрать этот мох. Тоже надо заняться это целый день. Вот она пустила молодой растущий листик. Значит, у нее все хорошо.
Просто убрать мох и поставить растение на адаптацию, как поставила я свою бабочку. Спасибо всем за внимание. Покажу вам прекрасную орхидейку. Мне сказали, что это джаспер. Ну, может быть и джаспер. А я покупала как пультериму. Ну, мне в тот момент было все равно. Мне просто понравился цвет орхидейки. Пультерима она или джаспер. Она очень красивая. Замечательный цвет орхидейки. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго. We'll be right back.